В 2019 году Светлана Синицына решила создать в Доме культуры Петровская театр-студию. Название выбирали долго. Для этого провели открытый конкурс среди разных регионов России. В итоге победил человек из Курганской области, который предложил название «Парус». В переводе с латыни оно означает «синица», что созвучно с фамилией руководителя коллектива. В этом году театру-студии «Парус» исполнилось 5 лет. Показываем такой калейдоскоп из наших спектаклей. Вот то, что у нас было наработано. И перед началом у нас будет фильм, который мы подготовили специально для наших зрителей. На сцене я получаю зефир для своей души. Сладкий, воздушный, невесомый. И никем не видимый, только мной. Все участники студии не имеют профессионального актерского образования. Всему учатся на занятиях и репетициях. Для того, чтобы актеры могли лучше освоить профессию, приглашают педагогов из других театров, а также профильных учебных заведений. Много мастер-классов проводит и сама Светлана Синицына. Она же ставит спектакли. А ты? Ну, умерла, ба! Ну и что? Живи дальше, найди другую! Нет, водку живет! И мы очень рады, что вот как-то за эти 5 лет мы сложились, у нас очень дружный коллектив, и с удовольствием ждем всех. Екатерина Киргизова хотела быть профессиональной актрисой, но так сложились обстоятельства, что она стала воспитателем в детском саду. Екатерина смогла реализовать себя на сцене благодаря «Парусу», в состав которого входит уже 3 года. Чтобы вжиться в роль, надо ее почувствовать, прочувствовать, пережить. И слово «играть» мне оно не особо нравится. Мы все, кто играют на сцене в театре, они живут этим. У постоянных зрителей постановок театра-студии уже появились любимые актеры. Выделил бы Юлю Пчелинцеву, вот, выделил бы Александра Ливанова. Чем они вам нравятся? Ну, вообще, прям, я бы сказал, ну, профессионалы. Прям смотришь, ребята молодцы, стараются, хорошо получается. Желаем актерам успешного творчества, ярких спектаклей, удачного воплощения замыслов. И, конечно, каждому сыграть свою лучшую роль. Юлия Астафьёрова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, «Видное ТВ».